Приветствую всех, кто интересуется погрузочной техникой. Меня зовут Андрей Дмитриев, и сегодня мы будем знакомиться с китайским вилочным погрузчиком от компании Тео, модель FG25T. Почему китайский, спросите вы? Все очень просто. Большинство предприятий на нашем рынке имеют невысокую интенсивность погрузо-разгрузочных работ. Для того, чтобы переместить небольшое количество груза, совсем не обязательно приобретать погрузчик, который предназначен для бесперебойной работы 24 часа в сутки. На погрузчике установлен двухлитровый четырехцилиндровый двигатель Nissan K21 мощностью 31,2 кВт. Обращаю особое внимание, что погрузчик может комплектоваться как японским, так и китайским двигателем в зависимости от пожелания заказчика. В данном случае на заводе погрузчик укомплектован японским двигателем и современным газобаллонным оборудованием. Также вы можете увидеть газовый баллон с клапаном температурного сброса и крепление поворотно-откидное. Газ-бензиновые погрузчики Тео могут поднимать груз от 1,5 до 4 тонн. Также погрузчики могут комплектоваться двух- и трехсекционными мачтами со свободным ходом или без него, с высотой подъема до 6 метров. Погрузчик достаточно маневренный, внешний радиус разворота 224 см, при длине 253 см и ширине 115 см, а высота погрузчика 212 см. Возможность работать на двух видах топлива, бензин или сжиженный газ, несомненно добавляет погрузчику практичности. Вы всегда можете выбрать, на каком топливе вам работать дешевле или удобнее. При этом на газу вы можете работать даже внутри склада, в отличие от дизельных и чисто бензиновых погрузчиков. Итак, подведем итог. В целом погрузчик достаточно приличный. Выглядит приятно, работает без нареканий. Для предприятий с небольшой интенсивностью вполне подходящий вариант. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, о какой технике вы хотели бы узнать более подробно. Подписывайтесь на наш канал. С нами вы узнаете много нового о погрузочной технике.